необходимый заставил. Есть, с моей точки зрения, вещи безусловные. Безусловными вещами является то, что нацизм, неонацизм – это уродливое порождение 20 века. Это безусловное зло. И с ним надо бороться всеми силами возможными. И вот когда предоставляется такой шанс, когда находятся люди, которые нашли в себе силы, энергию организовать это в нашем, скажем так, циничном, аполитичном обществе, мне кажется, нельзя не воспользоваться тем шансом, чтобы не выйти, просто вот своим присутствием поддержать эту борьбу. Борьбу с неонацизмом, со злом. Успел снять. Одна из главных версий – нацистское убийство по мотивам идеологической ненависти. И Стас, и Настя были прежде всего неравнодушными, отзывчивыми и веселыми людьми. Именно эти качества привели одного в адвокатуру, другого – в журналистику. Профессии, в которых можно просто зарабатывать деньги и ни во что не лезть, а можно пытаться изменить мир. Что такое-то, блядь? О, курса бастер! Денежка ублюдки! Пойдите сюда, вот вы. Почему вы нам запретили? Они запретили нам. Почему вы нам запретили плакат? Что? Не, мы им бросаем зачем? Потому что они отобрали. Они забрали у нас мегафон. Я сейчас попрошу, чтобы мы пошли дальше. Меня зовут Денис, я заявитель этого мероприятия. Они заявители, да. Да, и я прошу своих. Нам запретили. А нам не надо, чтобы нам запрещали. Да, вы понимаете, у меня убили уже, у меня целую кучу моих друзей убили. Я хочу просто провести, чтобы... Да я спокойно, понимаете? Все нормально. Они запретили нам все. Вот видите, это хорошо, да? Давайте, расскажите. Что они делают? Что происходит? Что они делают? Я не вижу, что вы... Я не вижу вас. Мне обещали их выпустить. Я не знаю, можете верить или нет. Нельзя! Да, сейчас мы стоять, силы возьмем! Вернемся, если они выпустят. Теперь разрешат нам